Отопительный сезон в Карелии планируют начать 19 сентября в 5 районах и Костомукше. Сегодня об этом заявили в Республиканском министерстве строительства. Батареи станут горячими, если в течение 5 дней температура воздуха продержится на уровне ниже 8 градусов. Кроме того, в связи с наступившим похолоданием к системе отопления стали подключать социальные учреждения. Сегодня тепло начало поступать в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения Костомукши и Кондобаги. На прошлой неделе в Минстрой обратилась глава Петрозаводска Ирина Мирошник с просьбой начать отопительный сезон в городе 19 сентября.